Всем огромный привет, всем доброе утро, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова утренняя прогулка ля болталка. Смотри, сколько у нас чаек налетело. Орут. Красота. Слушайте, солнышко такое светит, как будто это на море, да? Снова отлив. Слышно даже, как водичка шумит, да? Девочки, как на море. Релакс. Вот у меня каждое утро релакс. Да, Бомчик? Сегодня вам сейчас хочу историю рассказать. Сейчас мы уйдем в залив. Расскажу вам немножко релакса. Надо было свою селфи-палку взять. Я тут села на бревнышко. Что такое? Тут кто-то досточку положил. Бона он бегает. Хочу немножко посидеть. Как раз рассказать вам историю. Я буквально недели две, наверное, назад разговаривала с одной своей знакомой по поводу маньяков ВКонтакте. Девочка поднимала настроение. Вот. Она мне рассказала такую историю. Обалденную. Поражать. Вот, хочу рассказать вам. А вспомнила я про нее, потому что сегодня с утра пишет мне один лизунчик. Можно я его так назову, зато вы поймете, что он мне предлагал. И предлагает из всего действия только именно эту часть. То есть все остальное не предлагает. Почему-то обидел так. Только эту часть еще и спрашивает. Ну, я там, ну так, мягко говоря, послала его. Он типа, а нет ли у тебя какой-нибудь подружки, которой это очень необходимо? Я типа взрослый, как это, взрослый, в общем, адекватный мужчина. И типа мне этого очень в жизни не хватает. Ну возьми конфетку, правильно? Ну чё? Мне иногда так хочется девочке ответить. Причем ответить, знаете, какой-нибудь там съязвить. Очень хочется иногда. Но муж не поймет, поэтому я не отвечаю. Так вот, у меня знакомая моя, я извиняюсь за такой вид, у нас сейчас утро, 10 утра уже, вот, одна моя знакомая недавно мне рассказывала, у нее взломали страничку ВКонтакте, ну, в общем, она ее восстановила и увидела там переписку девушки, которая отсылала, то есть от ее имени, как бы какая-то девушка, отсылала маленькие, такие коротенькие видосики, там, на 5, на 8 секунд, отправляла, знаете, куда... мужчинам всяким за деньги. И знаете, сколько стоит? Причем видосик такой вот так вот она. Ну, вы поняли, да? То есть именно вот ту самую важную часть, откуда дети выходят. Девочка поставлена это видео 18+. Вот. И она отправляла им, знаете, за сколько? За 300 рублей. 300 рублей. Там прямо она говорит, видно, ну, я не видела эти видео, она говорит, прямо видно, что видео такие, ну, хоум-видео, то есть это не что-то там, всего лишь 300 рублей, мы с ней так поржали. Я говорю, почему 300 рублей, это, ну, что такое в нынешнее время 300 рублей? А мне муж говорит, ты, говорит, может быть, она человек 10 отправила, вот тебе 3000. Я говорю, так а 3000 это, ну, что в нынешнее время такое 3000, это ничего, девочки. Я не знаю. Ой, там какая-то собака пришла. Ладно, мы пойдем с Боночкой, это там собака. Не, она ушла. Она ушла, испугалась. Еще с овчаркой пришли. Сейчас мы пойдем, Бона лежит. Вон она. Красавица. Сейчас немножко полежит. Пойдем. Не, ну вы со мной согласны, девочки? 300 рублей.
даже 3000 10 человек отправить. Самое, я понимаю, там, не знаю, грудь чуть-чуть. А тут за 300 рублей видео на 5 секунд, он поставит на постоянную, на постоянное проигрывание этого видео. Вот у него и чукак. Не знаю, 300 рублей. 300 рублей, девочки, это же вообще... Кошмар какой-то. Я, короче, вообще... Я прям разочарована. Ладно, мы пойдем. Пойдем, Бон, а то ты лежишь. Я же с тобой не для этого гуляю, не для того, чтобы ты лежала. Вот. Так что... Не знаю, девочки. Но 300 рублей, на мой взгляд, это... Прям вообще... Мы с ней так ржали, господи. Она говорит, ну да, 300 рублей. Не, ну хотя один раз видео сняла, отправляй себе. Че? 100 человек, и все. Вот и заработок, да? Ой, девочки, вообще, я поражаюсь. Я вообще... Я не знаю, я... Не то, что за 300 рублей бы не отправила. Ой, ну, короче, кошмар. Ладно, пойдем дальше погуляем с Банюшей. Она идет. Правда, какая-то собака. Ну ладно. Пойдем. Чем мы тут дальше гуляем? Уже к дому ближе идем. Я, кстати, пока мы гуляем сейчас уже больше часа с Боной. Вот то, что она так дышит. Вот так вот она дышит. Ну, это уже под конец прогулки, во-первых, она устала. Во-вторых, ну, возраст. Ну, она всегда вот такая была. Всегда так дышала, даже когда молоденькая была. А во-вторых, мы когда выходим, она первые минут 20, наверное, она очень такая, знаете, прям козочкой молодой скачет. Ну и уже наконец прогулки силы не хватает. Естественно. Блин, на нас ругаются опять. И там ругаются. Ужас. Бон. То под пение птиц, то под пение птичек. Не выговорит, то под лай собак. И еще я с ней вечером гуляю. Но вечером уже... То есть утром мы уходим больше часа гуляем. Час 20, может быть, полтора. Сейчас все зависит от погоды. Если дождь идет, то поменьше, конечно. А вечером... Ну, час это прям максимум. Минут 40, наверное, перед сном. Мы. После ужина. Она меня после еды любит гулять. Не знаю, почему. Да? Мадам. Вот. Сейчас, и пока я с ней иду гуляю, я монтирую видео. В каких-нибудь интернет-магазинах тоже смотрю. Сейчас мне нужно детям кроссовки заказать. На Ламоде буду заказывать. Не буду на Вальберисе заказывать. Потому что мне нужно, ну, чтобы домой приехала, они померили и все. Вот. И сейчас хотела заказать метро продукты. Ну, там заказать вот эти вот. Мне очень понравилась рыба там. Замороженная она, правда, но все равно. Там всякое такое. Желудки, куриные, индюшачьи для собак, сердечки. Что-то там дорого, так я смотрю, по сравнению с другими магазинами. Что-то все равно хочу выбрать, посмотреть. Но вообще дороже получается. То есть... Я, например, вот курицу по 152 рубля покупала, да? А там она получается по 200 с хвостиком. Короче, не знаю. Сейчас, наверное, сделаю заказик тоже. Все равно маленький сделаю, чтобы не тащить, не таскать постоянно. В ленту не хочу ехать. Хочу в метро просто рыбу заказать. Вот это очень понравилось мне. Вот. Ну и на сегодня я уже с вами буду прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Надеюсь, я подняла вам немного настроения. Погуляли со мной. Вот. Всех люблю, целую. До новых встреч.